Всем привет, ребята! С вами снова сестренки Анжела и Мила. Я знаю, вы очень любите этих кошечек и Анжелочку, и Милочку. И сегодняшнее утро у наших кошечек очень радостное. Анжелочке позвонила ее подружка Натали и пригласила на вечеринку. А вечеринка будет необычная. Натали решила устроить вечеринку в восточном стиле. Поэтому нашим кошечкам Милочке и Анжелочке придется подобрать наряды. Ну, наряды для восточной вечеринки могут быть и арабские, и японские, и турецкие. Поэтому наши кошечки смогут что-то выбрать из своего гардероба. Конечно, у них не так много выбора, но они постараются нарядиться как можно лучше, чтобы выглядеть очень классно и замечательно провести время на вечеринке. Я думаю, там будет очень много танцев, песен и много-много веселья. Ну а сейчас наши кошечки готовятся к вечеринке. Почистили свои красивые крепкие зубки и, конечно же, хотят покушать. Ну а Милочку поздравим, она получила уровень новый, 26 уровень, новые наклеечки. Здорово! Милочка, поздравляю тебя, ты растешь все быстрее и быстрее. Замечательно! Давайте-ка мы покушаем. На вечеринке подружка Натали приготовит очень много тортиков разных. Так что наши кошечки сейчас тортики кушать не будут. Чтобы влезло побольше тортиков на вечеринке. Еще Натали закажет суши, китайскую еду разную. Ну а сейчас едят овощи, фрукты наши кошечки, очень полезную и здоровую пищу. Особенно Анжелочка очень любит брокколи. Я тоже очень люблю, Милочка, ты брокколи хочешь? Что-то у Милочки нету брокколи? Анжела уже наелась, она не может есть два продукта сразу, да, Анжелочка? Все, ей брокколи есть не хочется, ну, Милочка, скушай арбузик. И Милочка любит все разнообразное кушать. Видите, дала ей два раза подряд арбузик. Она ну совсем не обрадовалась. Но зато наелась. И Милочка наелась, да, Милашечка? И Анжелочка наелась. Вот так замечательно. Наелись наши кошечки. И теперь можно с полной уверенностью в том, что мы не проголодаемся до вечеринки, идти в гардероб. Сначала мы почистим зубки нашим милашкам, а то наелись. И теперь сделаем снова белоснежную улыбку, голливудскую, для новых красивых нарядов. Вот так здорово. Ну что же. Интересно, какой же наряд выберет Анжелочка и Милочка? Поглажу я наших кошечек, подниму им настроение. Ну и сейчас Анжелочка с Милочкой очень хотят передать приветики своим любимым зрителям. Кире Кудриной, Даяне Новгородовой, Зайнаб Магомедовой и Шанель Сонечка. Мы очень-очень любим наших зрителей. И кошечка Анжела, и Милочка с удовольствием передают приветики. Ну а сейчас отличное настроение у наших сестренок. И мы заходим в гардероб. Ну что же, у нас первая будет выбирать наряды Милочка. Потому что у нее выбор еще не сильно большой. Посмотрим, какой же наряд выберет кошечка Мила.
Интересно, вот китайское платье можно было бы одеть, но она его уже недавно одевала на вечеринку. А вот это индийское сари просто супер. Такой восточный наряд. Милочка наша будет танцевать индийские танцы. Она очень классно танцует. Ну что же, купили это индийское сари. Милочка просто в восторге. Посмотрите, как она радуется новому наряду своему. Здорово. А Анжелочка, я думаю, тебе можно одеть китайское платье. Где же это китайское платье? Тоже очень красивое. Вот такое. Замечательно. Значит, Анжела у нас будет китайская девушка. А Милочка индийская. Ну что же, теперь продолжаем улучшать ваш образ, девчонки. Подберем сейчас цвет шубки. Давайте так оденем белую шубку нашей Анжелочки. А Милочке можно одеть желтую. Вот такую рыжую шубку нашей Милочке. Здорово. Ну а теперь Анжелочка без прически. Не очень красиво смотрится, да? Давайте начнем с Милы. Выберем нашей кошечке прическу для ее индийского сари. Хотелось бы волосы длинные, распущенные, чтобы были. Давайте возьмем вот такие длинные волосы. Купим нашей Милочке. Здорово. И выберем вот такой черный цвет. Мне очень нравится. Милочка, ты выглядишь просто супер. И Анжелочке теперь волосы. Светлые не подойдут, в основном теплые или коричневые волосы. Мне кажется, надо к таким восточным нарядам. Так что сейчас посмотрим. Волосы на одну сторону можно будет вот такие. Или же коричневые. Волнистые, каштановые. Вот такие каштановые волнистые волосы, наверное, мы возьмем нашей Анжелочке, оденем. Вот такую прическу сделала Анжела. Такую прическу сделала Милочка. Здорово. Теперь цвет глазок Анжелочки. Анжелочке желтые глазки. А Милочке, наверное, коричневые. Вот такая замечательная Милочка и такая классная Анжелочка. Ну и, конечно же, макияж. Так, Анжелочке вот такие коралловые румяна с блеском. Так, тени. Тени давайте желтенькие. Хотелось бы, чтобы побольше выбор теней был у нашей Анжелочки. Вот мне как-то не хватает красных, каких-то коричневых теней. Так, и коричневые реснички под цвет ее волос. Так, здорово. И красную блестящую губную помаду нашей Анжелочке. Посмотрим сейчас на нашу кошечку. Милочка, посмотри, вот так выглядит кошечка Анжела. А теперь переходим к макияжу Милочки. Что же ты выберешь? Посмотрим. Желтые тени не видно. Ой, желтые румяна не видно. Возьмем ярко-розовые. Классно. Тени Милочка захотела зеленые. Зеленые тени. Черные реснички у Милочки будут. Вот так замечательно. И я думаю, что красная. Вот такая ярко-красная губная помада подойдет нашей кошечке. Ребята, давайте посмотрим на нашу Милочку. Вот так подготовились наши кошечки к
вечеринке. Ребята, кому нравятся наши сестренки Анжелочка в своем наряде китайском и Милочка в ее новом индийском сари, ставьте лайки и пишите в комментариях, чей наряд вам больше всего понравился. Кошечки Анжелы под номером 1 или кошечки Милы под номером 2. Вот такие наши милашки, они ждут от вас отзывов, лайков. Ну что, ребятки, пожелаем удачной вечеринки, классно повеселиться нашим кошечкам, отдохнуть, потанцевать восточные танцы. Ну а мы будем прощаться с кошечками, с Анжелой и Милой и с вами, ребята. Всем пока-пока. Увидимся в следующей серии.